Всем привет! И в этом выпуске я вам предлагаю узнать больше про то, как отмечают Хэллоуин в разных странах мира, куда бы вы хотели съездить и посмотреть на праздник. Мексика. Día de los Muertos. Día de los Muertos, или День мертвых, традиционный мексиканский праздник, который чтит умерших. Он отмечается ежегодно 1 и 2 ноября. В эти дни люди строят алтари с сахарными черепами в честь усопших, называемые ofrendas, и совершают шествия. Румыния. Легенда о Дракуле. Думаю, все знают о румынской Дракуле. На самом деле это Влад III Бессараб, также известный как Влад Дракула и Влад Цепеш, господарь Валахии с 1456 года по 1462. Во время Хэллоуина в Румынии есть специальная традиция – пить кровь. Надеемся, это не по-настоящему. Китай. Фестиваль голодных духов. Фестиваль голодных духов или Юланье является традиционным буддийским и даосским фестивалем в азиатских странах. Считается, что во время фестиваля призраки умерших посещают живых. Празднование включает ритуальное подношение пищи, сжигание ладана и маленькие подарки призракам умерших. Германия. Суэс Одер Саурес. Суэс Одер Саурес означает выпрашивание сладостей, в то время как Хэллоуин не является исторической традицией. Многие немцы хорошо знают американские обычаи и устраивают сумасшедшие вечеринки в этот день. Ирландия и Шотландия. Самхейн. Самхейн – гельский фестиваль по случаю окончания месяца сбора урожая и прихода зимы. Он традиционно отмечается от заката 31 октября до заката 1 ноября. Идеальное время для неоязычников практиковать магию и колдовство. Англия. Ночь Гая Фокса. Ночь Гая Фокса – традиционное для Великобритании празднование в ночь на 5 ноября. В Великобританию в эту ночь зажигают фейерверки и костры, на которых сжигают его чучело, а накануне дети выпрашивают монетки для отличного парня Гая, чтобы накупить петард. Австралийский Хэллоуин. Средняя температура в Австралии в октябре 30 градусов по Цельсию. Пляж всегда очень хороший вариант для австралийского Хэллоуина. Япония. Обонь. Обонь – японский трехдневный праздник поминовения усопших. Согласно традиции, считается, что в это время года души усопших возвращаются к живым и посещают своих родных. Нередко его называют праздником фонарей, потому что с наступлением темноты они вывешиваются родными, дабы души усопших могли найти дорогу домой. Австрия. Селенвотча. В Австрии Селенвотча известна как неделя всех душ. Между 30 октября и 8 ноября австрийцы перед сном предлагают умершим дары в виде хлеба, свеч и воды. Хэллоуин в США. Хэллоуин в Америке происходит каждый год в один и тот же день, 31 октября. Дети наряжаются в костюмы, ходят и выпрашивают конфеты, вырезают тыквы. Улицы напоминают фильмы ужасов с привидениями, ведьмами и монстриками. Ну а на этом все. Пишите, понравилось ли вам видео и празднуете ли вы Хэллоуин. Если да, то как? До скорого!